Экспозиция «Классика пейзажа» – это первый по-настоящему совместный проект Национального художественного музея Республики Беларусь и Брестского областного краеведческого музея. Всего на выставке представлено около 40 произведений выдающихся художников середины 19-го – начала 20 века. Именно в этот период, по словам специалистов, трудились мастера кисти, прославившие русскую живопись на весь мир. Мы гордимся тем, что эта выставка наша первая совместная в полном смысле слова, потому что на ней представлены 25 произведений собрания Национального художественного музея Республики Беларусь и 13 произведений из собрания фондов Брестского областного краеведческого музея. Это работа, которая у нас экспонируется на постоянной экспозиции. Айвазовский, Виноградов, Жуковский, Шишкин, Остроухов – это далеко не полный перечень громких фамилий в мире искусства. Они и сегодня, спустя столетия, на слуху. Их произведения – образец и пример для подражания. К слову, на экспозиции представлено немало работ художников, чья жизнь и творчество в определенный период были связаны с Беларусью. Внимательный посетитель сможет проследить и за изменениями, которые претерпело изобразительное искусство за последние 5 десятилетий 19 века. Как такие классические музейщики, мы пошли по пути, по которому идут уже музейщики много лет. Мы дали какую-то такую перспективу полувековую, да, где-то начиная с середины 19 века и заканчивая рубежом. То есть определенная хронология наметилась. Не сказать, что живопись – это та сфера, которая претерпевает эволюцию, как бы не хотели, да, там, может быть, что-то придумать искусствоведы, но в любом случае вот это изменение и колорита, и цвета, и того, что, к чему потом художники придут на рубеже века, на этой экспозиции прослеживается. Возможность окунуться в мир классического пейзажа у брестчан и гостей областного центра будет еще не один месяц. Экспозиция доступна к просмотру до конца лета, по 28 августа включительно.